Что не нравилось вам тогда в... В Советском Союзе? Да. Там не осознаешь ряда вещей. Глобально-политических. Ты смотришь на вещи примитивные. Например, модной одежды нет. Угу. Одежда есть. На здоровье. Модной нет. Да, модной нет. Вот джинсов, например, нет. И для меня это до сих пор загадка. Почему страна, которая там летает в космос, строит гигантские подводные лодки, лучшие в мире танки в каких-то бесконечных количествах. В чем проблема? Штаны-то сшить. Угу. Нет хорошей аппаратуры для звука. Я был страшный любитель музыки. Меня раздражало, что ничего купить нельзя. Ну, как это так? Опять-таки, у вас тут такая безумная промышленность, а ни магнитофонов, ни акустики нет. Надо какая-то беготня бесконечная. Ну, то есть вся бытовая неустроенность такая, вот именно легонькой, да, промышленности вот это и всего раздражало. Прочего. Да, да, да.